В Алматы расследуют убийство фитнес-тренера. Сообщается, что Дамира Турибаева застрелили в собственной квартире. По предварительным данным местной полиции, у молодого человека произошел конфликт со знакомыми. Уголовное дело зарегистрировано и расследуется управлением полиции Наурызбайского района города Алматы по части 1 статьи 99 Уголовного кодекса Республики Казахстан. С целью раскрытия данного преступления создана следственно-оперативная группа. Личности подозреваемых установлены, принимаются меры к их задержанию.